Дорогие друзья, у нас уже время вечер, и я, как всегда, сегодня ничего не снимала, потому что мы освобождали маленькую комнату для ремонта. Арбуз уже, кстати, поели. Я сейчас хочу кальмары пожарить. Положила на сковородку кальмары с луком, тушу их, и буду сейчас это с яйцом делать их. Так, короче, легкий перекус у нас будет на ночь глядя. Сейчас покажу вам. Вот видите, кальмарчики у меня тут тушатся, это вода, все, кальмары дали. А здесь у меня моя домашняя курица. Я ее поставила варить, хочу бульон сделать и мясо отобрать от костей. Ну, наши куры, которые мы рубили, вот постепенно перевариваю их все. И мясо от костей отбираю. Ладно, готовлю кушать. Короче, завтра уже начнем пол. Фанеру ложить на пол в маленькой комнате. Сегодня вообще ничего не показывала, потому что просто не до этого было. Надо было все выносить, все убирать, все делать. Что-то еще и самочувствие сейчас не очень. Ну, да ладно, мое самочувствие, пофиг. Сколько, как говорится, дано прожить, столько и проживешь. Ну вот, будем ложить линолеум в маленькой комнате, получается, и все. И по-другому мебель там поставим. Шифонер мы вынесли на улицу. Разобрали, короче, мы там комнату все освободили. Вот только компьютерный стол остался. Завтра его вынесем и будем делать. Поэтому я, наверное, опять на пару дней пропаду. Не знаю, как сделаем. Потом покажу весь результат. Пока, потому что интернет у нас вообще что-то. Я не знаю, или у меня вот, ну, напишите в Вишерске, у кого Ростелеком мозга компасирует. У этого вообще какой-то ужас, его... Нет, он пропадает, Wi-Fi пропадает, связь пропадает, вообще все, это кошмар какой-то. Ладно, дорогие друзья, готовим кушать. Ребят, всем привет, прошу вас не терять нас, мы продолжаем ремонт в маленькой комнате, мы ее все освободили и делаем полы. Ну, сейчас немножко полы я вам покажу. Вот так вот, муж сейчас косяки все отрывает. И вот здесь вот возле печки будет тоже все заделывать, потому что-то мы заделали фанеру, у нас была, да чего, сейчас он все это старое оторвал, все будет переделывать. Так что вот как-то так. Делаем потихоньку дальше ремонт. Дорогие друзья, я сейчас занимаюсь тем, то, что делаю курицу, короче говоря, разбираю. Вот домашнюю курицу отварила, всю часть достала и разбираю вот на такие кусочки. Потом где кашу сварить, где суп сварить, добавлю это мясо. Оно своя домашняя курица, она очень жесткая. Вот очень даже разделать ее на волокна тяжело. И поэтому вот так вот отвариваем. А бульон заморозим, что-то суп сварим, что-то заморозим. Потом можно будет в суп пюре добавлять бульон домашний, потому что он очень сильно жирный. И вот разбираю, пока муж там полы делает, косяки отрывает. Я тут занимаюсь на кухне. Машенька пришла уже со школы, Егор пришел уже со школы. Остальные пока еще в школе. Нынче Оксана, вот кто в контактах на меня подписан, тот, наверное, видел ролик, где Оксана учителей поздравляла, потом Светин класс учителей поздравляла. Девочки, вы молодцы, огромные. Что вот, особенно вот Света, то, что они рисовали плакат. Но она у меня ходила, тоже рисовала там с девочками, говорит, то, что это они распределились, кто когда кого поздравляет. И вот ходила, она рисовала тоже. Ну, у меня Света, по идее, хорошо рисует. Девятый класс, ну да. Егорка там фотографии засветился немножко. Так смешно было, он так стоял, его не видно было, но с таким лицом стоял. Так что вот такие вот дела. Немножко пропали, потому что у нас что-то у нас в нашем районе связь с Ростелекомом, это вообще что-то с чем-то. Он просто выключается, пропадает, связи нет вообще. А сегодня проблема с Эпосом, да, Маша? Мы в Эпос не можем никак зайти, и не знаем, учителя тоже зайти не могут, и не знаем, как теперь быть с домашней работой. Надо бы уроки, у Маши бы уже за это время половину бы урока бы переделала. А не может из-за того, что Эпос не работает. Егорка тоже уроки делать не может. Вот, не знаю.
Да еще из-за нее то, что вы слышите шум, там дети прыгают, да плюс муж молотком колотит. Ну, это хорошо даже, что колотит молотком. Доделаем ремонт в комнате. И потом хотим небольшую перестановку сделать здесь на кухне. Мне на кое-что сделать, но пока не буду про это говорить, потом покажу вам. Что? Кого надо? Нет, подождите немножко, сейчас мама сделает. Идите туда в комнату, Марина. Мешаетесь мне тут. Идите в комнату, говорю. Вот все, Маша все яйца сделала в микроволновке. Всем надо, мне пока некогда. Сейчас мясо разберу, потом уже им тоже по яичку сделаю. У нас свои яйца домашние, мы уже давно не покупали. Лето вот. А я... Кости такие острые, аж прокалывают руки. Сегодня у Тайсона пир. Уже пол кастрюли костей. Кто за Тайсона, радуйтесь. Сегодня у него пир во весь мир. Костей целая куча будет. Там еще курицы очень много, надо переделать ее все. И вот потихоньку вот так вот разделаю. Ладно, дорогие друзья. Многие спрашивают, ну не многие, там человек 5, наверное, мне писали в личку, как у Ильюши дела в училище, у Ильюши все хорошо. Учится, слава богу. Он плюс пошел платно на права, 15 тысяч оплачивает. И учится на права и он, и девушка его на это же учится на права. Они еще дополнительно, помимо профессии, еще на права учатся. Жилье также все снимает. Все снимает. Так что остальное все хорошо. Так. Все вроде хорошо. Вчера вообще ничего не снимала, потому что некогда было. Мы тут мебель выносили, шкафы разбирали. То есть все 5-10, не до камеры вообще было, поэтому простите. У меня, кроме меня, потому что больше никто не снимает. Маша в основном, она животных снимает. И в комментариях на канале «Жизнь домашних животных» она старается отвечать на комментарии. Вот она там ответила про корм. А, когда хомячков она кормила яйцом вареным. Кто-то написал луком. Я тут ночью сегодня зашла. Уснуть долго не могла, зашла, почитала. Вот. Там аж дискуссию развели по поводу этих хомяков. Хомяков мы всех уже раздали. У нас осталось только сирийско-гималайский один. Одна девочка и один мальчик. На отдачу и все. А так всех уже, джунгарика всех махом разобрали. Мы даже не думали, что так быстро разберут их. Мы думали, все, встрянем с ними. Не, разобрали. Они у нас упитанные, хорошенькие, крепкие. И дешевле, чем в магазине. У нас в зоомагазине они по 200 рублей. А мы их за 100 рублей чисто символически отдавали, лишь бы отдать. Не загибали такую цену. Чисто на корм, чтобы можно было хомякам взять, да, Маша? Хомячков уже разобрали всех. Ну, вот двое только осталось. Девочка и мальчик гималайский. Так что, если вишерские кому надо, пишите в личку. Скину картинки вам. Фотографии. Пока в ближайшее время у нас хомячков не будет, да, Маша? Мы не хотим пока хомяков. Ну, я имею в виду на продажу, пока не будет. Как будут, я обычно всегда пишу на своей странице. И это, нахожу. Тут меня попросили с каким-нибудь заводчиками связаться и найти. Девушка попросила ей именно от заводчика. Не от плодильщиков, а именно от заводчика найти крыску. Она сначала думала, у меня есть. Я говорю, нет, я уже не занимаюсь, говорю, крысками. Смысл на них дороже выходит. Чисто раньше для души занимались. Она спросила, а можете ли вы найти? Я говорю, ну вы понимаете, от заводчика будет недешево. Она сказала, ну и что? Зато я знаю, что будет здоровье. Я говорю, ну я постараюсь найти. Вот, написала им, не знаю. Ответит девушка мне, значит, ей скину. Ладно, дорогие друзья, перебираем мясо и потом, наверное, приготовлю что-нибудь с этим мясом. Ну вот уже полная тарелка почти набралась. И там еще сейчас мясо буду доставать и делать. Всем хорошего дня!
Дорогие друзья, короче, из мяса, что я выбирала, сварила я картошку тушеную. Сейчас покажу, все деткам уже налажу. Ну и часть мяса, конечно, убрала в морозилку. Завтра что-нибудь с вами тоже приготовим. Сейчас покажу, какую картошку я потушила. Смотрите, какая вкусняшка получилась, видите, с мяском. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я сейчас наложу всем деткам, и пусть остывает. Вот такие вот дела. Thank you.